Служба радиационной, химической, биологической защиты Центра спасательных операций особого риска «Лидер» Кулицан Андрей Львович. Андрей Львович, скажите, что за большую уборку вы сегодня затеяли здесь на Киевском? Специалистами Центра спасательных операций особого риска «Лидер» приведена специальная обработка 8 вокзалов в Москве за минувшую неделю. Проводилась специальная обработка специальными растворами как прилегающей территории, так и всего комплекса. Было обработано 150 тысяч квадратных метров вокзалов и 100 тысяч метров квадратных прилегающей территории. Данная обработка проводилась в рамках минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции. А что за средства вы применяете, что они так быстро убивают коронавирус на поверхности? Специальные растворы, сделанные, приготовленные на основе хлора, содержащих веществ. Это не вредно для людей, как вы думаете? Как быстро испаряется? Для населения это вещество абсолютно безвредно. Все время, необходимое для выветривания, выдерживается сотрудниками вокзальных комплексов. Соответственно, это при отключаться, после чего люди спускаются абсолютно безвредно уже для кожных покровов и населения. А сколько человек времени есть в весь Киевский вокзал? На данный момент работает 15 специалистов Центра спасательных операций особого риска «Лидер» и 2 единицы, соответственно, со специальным оборудованием. А что за техника, что за оборудование? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Работаем тремя группами. Первая группа – это механизированная обработка. Вторая – это ручным способом. Это кабинеты обрабатываются там, где невозможно провести. И специальные комплексы для проведения обработки платформ. Расскажите, пожалуйста, что это за комплексы, как это вообще все происходит? Поконкретнее. У нас на базе центра много специальной техники, которая... Что это за техника? Как она называется? В чем ее специфика? Мобильный комплекс специальной обработки предназначен для приготовления специальных растворов с последующей подачей как на платформы, то есть непосредственно сами могут с помощью машины обрабатывать, так и как разливочная станция для подачи растворов для того, чтобы могли люди непосредственно ходить по помещениям для специальной обработки. Ну а могли бы поподробнее рассказать, что это за машины, как они называются, как они работают, как обрабатывается растворами все это вручную, или это же все-таки делают роботы? Какую-то конкретику могли бы нам рассказать? На данный момент у нас одна специальная машина, которая более детальная машина, мобильный комплекс специальной обработки. Машина, так называется, на базе КАМАЗ. Данная машина позволяет приготавливать специальные растворы, соответственно, приготавливаются у нас в центре, они заблаговременные, уже приезжают туда готовый раствор. То есть это уже растворы с хлоркой, которые убивают все микробы? Да, специально на базе хлор. Вот. Соответственно, с этой машины будут заправляться люди, как проведение механическим способом, так и ручным способом для проведения обработки. То есть люди ходят со специальными такими баллончиками за спиной и все опрыскивают? Да, со специальными аппаратами, да, которые опрыскивают. Вы сейчас это все увидите. Как механизированным способом будет мелкодисперсное распыление, это по вокзалам здесь проходить. Кабинеты и какие-то маленькие помещения будут обрабатываться ручным способом. Вот, соответственно, и есть у нас бортовые комплексы специальной обработки, они будут, соответственно, обрабатывать платформу. Скажите, пожалуйста, чем обычно этот лидер занимался? То есть вы обычно на каких работали, там, может быть, ликвидировали последствия аварии, я не знаю, у вас подразделение радиационное, химическое, биологическое? Центр занимается различными операциями. У нас уникальный центр, который имеет всеобщую направленность. Соответственно, центр занимается как спасательными мероприятиями, как по Российской Федерации, так и по всему миру. Соответственно, у нас много специалистов, и люди выполняют
постоянно мероприятия по всему миру. Ну, иными словами, с каким вирусом ранее имели дело? Ну, сейчас вот коронавирус, до этого что-то такое было, что-то подобное. Сибирская язва была. На Ямале также проводили специальные мероприятия. Вот. А так центр занимается различными задачами. Расскажите подробнее.